Всем привет! Сегодня на обзоре двутон под номером 894. Настроен тональность в гармоническую, в ноту ля. Здесь идет двойные лепесточки на нем. Давайте послушаем, как он звучит. Для прослушивания рекомендую использовать наушники, либо хорошую акустику. Инструмент, благодаря своим двойным лепесточкам, имеет более богатый спектр звучания, более интересный такой звук и более длительный. Это самый маленький двутон, который существует, по крайней мере, я не видел меньше. Но если вы видели, пожалуйста, скиньте ссылочку, мне тоже будет интересно посмотреть. Долго собирался делать такие инструменты, ну вот последние уже несколько месяцев я вот начал эту серию, и она очень себя зарекомендовала, и как бы очень, ну, такая прикольное звучание в маленьком корпусе, объединяя в себе и компактность, и богатый звук, и легкость, и все это мобильное можно перемещать, брать с собой в любую локацию, хоть в горы, хоть там куда, в рюкзачок забросили и пошли. Весит он всего чуть больше 1,5 килограмма, поэтому он такой мобильный вариант, который можно с собой везде носить. Такой как бы мини-аналог ханга. Ханг, конечно, инструмент другого порядка, другого класса, но если взять по ценовой категории и по мобильности, то этот инструмент в этих параметрах обгоняет намного. Потому что ханг, сами понимаете, во сколько раз он больше, ну там чуть ли не метровый диаметр, здесь 22 сантиметра. Вот. Ну и его, как говорится, с собой трудно куда-то носить. Этот как бы такой легкий и компактный. И по цене. Ханг стоит порядка 150-200 тысяч. Этот стоит 8,5 тысяч.
тысяч на сегодняшний момент. Так что такой вариант инструмента, который позволяет вам медитировать, расслабляться и музицировать в любой точке, где бы вы ни оказались, в принципе, за небольшую сумму. Потому что дешевле двутонов, ну, я, по крайней мере, еще не встречал. Если вы видели, также поделитесь, пожалуйста, будет интересно посмотреть. Такой инструмент также подходит по размеру и весу детям. Можно как вариант детский тоже использовать. Дети от него тоже балдеют. Но больше он как для расслаблений, для медитационных практик, для, ну и для импровизации музыкальных тоже. На нем может играть абсолютно любой человек без каких-либо знаний в музыке. Здесь все настроено гармонично, и вы просто куда бы ни ударяли палочками, всегда будет звучать красиво, вы просто не сможете на нем сфальшивить. Поэтому он абсолютно всем подходит. Садитесь и играете, как в потоке, как звучите, так уходите, погружаетесь там в себя, не знаю, куда-то. Куда-то летите в своих мыслях. Инструмент с легкостью позволяет снять стресс, когда вы пришли там после работы, злые, достали инструмент, поиграли минут 10 и все. Вся негативная вот эта вот энергетика, она растворяется. Как бы это проверено не только мной, но и многими обладателями таких инструментов. Поэтому он реально как бы помогает расслабиться, забыть о каких-то насущных вещах, ну и просто помедитировать. Ну, также интересен в музыкальных импровизациях для музыкантов, кто уже занимается музыкой, он может расширить их музыкальные возможности, потенциал и сделать более интересные какие-то выражения музыкальные. К инструменту можно дополнительно заказать чехол, сумка. На него есть видео обзор отдельный. Там специальная сумка, сшитая по размеру, с кармашком, куда можно положить палочки. И он защищает от каких-то мелких падений и осадков. Ну, также для хранения хорошо и для перемещения инструмента. Ссылочка есть. Ссылочка будет на сайт, вот у нас тут гром гремит, где можно посмотреть чехол, там в поиске можно забить чехол и там выдаст. Либо здесь на канале, если вы в ютубе смотрите, тоже можно посмотреть, в поиске поискать чехол для глюкофона, ну, должен найтись. Вот, если что-то не нашли, пишите прям в комментарии, я комментарии читаю, отвечаю на них. Так что, ну, можно просто там какие-то беседы побеседовать в комментариях. Тоже интересно бывает. Ссылочки также будут на ВК-группу и на Телеграм. Там же будет и номер, куда можно написать, либо позвонить. Сейчас у нас с Ютубом бывают какие-то тормоза. Поэтому, может, вообще как бы куда-то деться, чтобы не потеряться, рекомендую... Как бы параллельно можно подписаться на канал в Телеграме, либо ВК, кому как удобнее. И я параллельно там выкладываю видеоролики. Может, кому-то там удобнее будет смотреть. Там тоже есть комментарии, где можно также все это писать. На мой взгляд, в Телеграме это удобнее в плане того, что там нету ничего постороннего, ничего лишнего. То есть, если вы подписались, то у вас просто будет канал, где будет... смотреть, если включите уведомления, будет приходить вам уведомления о новых роликах каких-то. Ну, там нет никакой рекламы и каких-то посторонних ненужных функций. Все просто и удобно. Ну, это, на мой взгляд, такое вот отступление. Ну, что про него еще рассказать? Наверное, уже все рассказал. Все, что можно и не можно. Такой вот на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.